Again, welcome to Grey Goose Cafe. So, добро пожаловать в рай, в Grey Goose Cafe. Расскажи, как тебе здесь? Что нового увидел? Вообще-то у меня была по-настоящему удивительная ночь. На самом деле, невозможно предугадать, какая она, это настоящая Россия. Потому что ты играешь в разных городах, и все они отличаются друг от друга. К примеру, когда ты приезжаешь в Москву, чувствуется, что атмосфера намного пафоснее, и люди вокруг задирают носы. Но в таких местах, как Краснодар, ты чувствуешь себя как в раю. Здесь есть пространство для творчества, и не всегда нужно играть то, чего от тебя ждут. Ты можешь сыграть свои старые или опробовать совсем новые треки без опасения, что тебя не поймут. Мне здесь все очень нравится. Просто удивительное место. Начиная со встречи в аэропорту, потом размещение в гостинице. Суши просто обалденные, женщины просто красивые. Ну и, конечно, Адам. Просто фантастика. Мне, конечно, не стоило произносить этого скверного слова, но на самом деле все просто великолепно. VKLYBETV. I love Club TV. Thank you. You're the special someone who makes me wanna give in. You're the special someone.